29 марта около 13 часов по адресу Ленина, дом 22, это напротив городской поликлиники, водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, после чего место ДТП оставил. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход впоследствии обратился в травматологическое отделение городской больницы. Все, кто располагают какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просим обратиться в отдел ГИБДД по адресу Анапа, улица Парковая, 70, кабинет номер 9, или по телефону 02. Анонимность гарантирована.